Всем привет, ребят, с вами я, Егор. Сегодня играем в Train Simulator 2022, да. Погоняем на скоростном майсе. Так, доброе утро, драйвер. Сегодня ты потянешь S1 со скоростью между Зигином и Хагином. Не нужно брать пассажиров. Новая скорость до 220 километров. За 45 минут нужно время. Ба-ба-ба-ба-ба. Погнали. Вот скоростное начало у нас. Обычные, они идут с обычной скоростью, и вот такие вот в редких случаях высокоскоростные ускоренные, да. Вот мы сейчас едем на таком зигином хаге, на всех парах. Я уже установил 3D модель, 3D зуга S1, но утилизовался, когда мне понравилось файл, а он только не стал его доканчивать до конца. И в уловских версиях без SD, без ничего. Правда, рад. Все равно у нас будет скоростного 1000.
Так, мы приближаемся к местам. Куда ты приближаешься? Король! Региональный экспресс. Тормозит только на крупных станциях. Хотя в России региональные экспрессы, типа рельсы, они часто останавливаются даже у каждого столба, как электричка. Просто скорость движения у них больше. Быстрее едут по пути. Остановка может быть лучше. Пассажиров тут...
некоторых местах прям уж фигуры уровень. Ну, 40 хотим. А обычно появляется где-то от 90 до 100 километров. Это и есть поездной, и сразу отпуск. А вот ручка вот эта генеральная, это позиция, можно сказать, как у нас поезде. Третья и четвертая позиция, которая удерживает тормоза. Здесь нас слабо. Да.
дети. Ну, нам обещали 220 скорость, а едем 140-170. Я слышал, работает много, кулису, а как?
Сейчас мы вместе возьмем. Сейчас попробуем. Даже немного сломан. Ой, преград. Thank you.
наверное, нет проехал по сети. Thank you.
все, мы уже по пригороду ходили. Конечно, 60 что-то слишком быстровато для этих стрелок. Кстати, много поездов прям. Очень много айси. А вот и хаги. Скорбенький тычка. Скорее всего, изба. Ну вот мы и приехали. Вроде бы все нормально. Тут хранится.
стоим. Сценарий пройден. Короче, ты достойно проехал по времени свою скоростную трейлу. Короче, не важно. Короче, с вами был Егор. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!